Да. Сразу турель. По кому стрелять-то? А, вон она. Она живая? Вон так наяривают. Чё, фризит? Угу, ещё не надо. Чё-то меня сейчас тоже фризануло немножко. Может, у тебя фриз из-за того, что ты как бы ко мне коннектишься? Из-за пинга? Слушай, может быть, я не знаю, как посмотреть пинг? Блин, я не знаю, где здесь пинг посмотреть. Скорее всего. Ну-ка, если... Сейчас, подожди, стой. Я попробую сделать. Вот так. Скажешь, будет у тебя фризить или нет? Все, больше никого здесь нет. Выход носит от УЗИ. Ты где находишься? Вот. Ну, вот возле дома. О, смотри, летающие тарелки. Где? Так, блин, какой тебе ориентир бы найти? Вон она, беги направо. Зачем ты раздолбала? X805. А где тарелки-то? Вот они. Где? Так. Сейчас. Вот черт. Видишь голубые лучи? Ага. Вот иди на них. Вижу тарелки. Это.
на врагов можно натыкаться. Что такое? Что такое у тебя там? Расколбасон? Я так думаю, мы здесь, наверное, прошли, нам дальше идти. Ключ надо искать. Я нашел ключ. Да? О, прикольно, на них можно так натыкаешься, они такие др-др-др-др. На кого натыкаешься? Ну, на врагов натыкаешься, они такие-то. Жарится. Жарится. Что такое, там все с физикой борешься? Это скорее всего, да, это скорее всего пинг. Как же все плохо-то. А если ты будешь создавать, я тебя не увижу. Потому что у тебя роутер. Ох ты. Заходи внутрь здания. Сейчас я ползу. На, давай, давай. Никаки. Не хочу. Выбегай наружу. Сейчас что-то здесь будет. Ты видел, как он у меня выбежал прямо из тела. Я думал, там никого не будет. Ух ты. Ух, они еще и стреляются этой фигнюшкой. Все. Ксюха.
Сейчас вылетела Ксюха. Так. Билим, билим. Где она? У нее инет пропал. Пропал инет, пропал инет. Капец. Алло? Да. У тебя инет? У меня инет. Ну ничего страшного, сейчас зайдешь. Или не будешь заходить? Да буду. Да. Ну, что такое? Че у тебя там? Да. Еще погодь, 2 секунды. Угу. С колбасу. Парам-пам-пам. Что там у тебя? Я попробую зайти. Давай, я тебя жду как раз. Что это было? А, это ты зашла? Так, скажи что-нибудь. Тебя тихо очень слышно. А так? Так лучше. Лучше, да? Да, намного лучше. Мне тут пришлось всех добить. А, шарик, шарик. Я как-то не огорчаюсь. Леволюшн! Где-то да. Видишь, он здесь есть. Вот это да. Так. Так, ну вроде пока. Так, я ракету ракетой сбил. Опять он, конечно, прыгать не хочет, как надо. Такое ощущение, будто у тебя вертикальная синхронизация включена. Сейчас посмотрим, но там ее нету. Есть, так. Есть, она там есть. С видео. Нет у меня ее. Качество, разрешение, текстуры, сглаживание, коррекция гамм, полный экран, широкий экран.
Есть только дополнительные опции видео, но я... Дополнительные опции видео. Так. Динамические тени. Кстати, а не, есть тени. Ничего нашла? Ищу. Отключено. Отключено. Нет, не я зависела. Так она вообще ни при чем. Что тут синхронизация? Она не влияет на мои прыжки, вот эти вот калеченные. Ну, не знаю, не знаю. Я, например, за вертикальной синхронизации в Dead Space QuickTime Event не мог делать. Dead Space вообще отдельная тема. Почему? Ну что, у меня... Блин, он мне по ступенькам не может залезть. Просто иди вперед. Нет, смотри, он... Просто иди вперед. Вот так не получается? Давай, 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 давай. И что, я теперь вот так вот буду по всем ступенькам? Отлично. Всегда мечтала. О, боже мой. Ну тебя реально прям что-то колбасит так у меня. Почему вы нет? Ноль жизней! А что будет интересно? Мои будешь кушать, наверное. А у тебя сколько? 5. Мне кажется, меня отбросят из этого мира. Что ты делаешь? Давай, давай. Игра окончена. Нажмите, пожалуйста, Escape. Просто перезайди. Че, я подальше как раз пройду, может это. Давай, появляйся. Или у тебя все, каев. Тебя не слышно только. Так получше, может погромче, да? Скайп просто сделать? Да нет, я прям реально как будто ты знаешь, вот берешь, кладешь микрофон и уходишь в другой конец комнаты. Жесть, так лучше? Вот, вот так вот отлично, вот так вот оставь. А так? Так нормально. А так? Отлично. А меняется хоть что-нибудь? Сейчас не менялось. А блин, а как сделать? Может вот так сделать? А что такое у тебя там? Ну я просто кручу этот уровень этого микрофона. А, ну конечно, у меня. Вот так, наверное, лучше. Так лучше, наверное. Конечно. Ару, вот. Наверное, как. Так, ты отлично, тебя хорошо слышно. Да? Да. Вот прям вот как надо, как и должно быть. Угу. Главное, если я сейчас буду орать, оно все, наверное, зашипит, запузырится. Где? Где? Все, я присоединяюсь. Давай. А меня хоть пустят? А почему нет? Ну ладно, видишь, читак чё. А смысл, зачем они тогда так сделали? Я не знаю. Он теперь у меня... Ты все там же? Он у меня в камень ушел. Прикинь, я прыгнула на этот камень, а он у меня в него ушел, в текстуру провалился под этот камень. Просто яйцо. У тебя, наверное, слишком крутая видюха, которая это. Ну как слишком крутая? Это при чем тут она? Ну у тебя с физикой проблемы, с текстурами, я так понимаю. Сейчас что-то здесь будет. Я как... Попы чувствую.
Я хочу Леволюшен. О, падающий небоскреб из дерева. Вау. Кто это? А, это застрявший носорог! Так, надо вот эти все книжки там убить. Все, моя снайперка закончила. Сейчас ракета. Ну, наконец-то. Теперь можно этих убивать. Кого? Вообще всех. Лови почтового голубя. А, вон, видишь, у него этот монстр, да, на палочке. Да. Она... Ах ты! Что здесь? УЗИ вообще ни о чем. УЗИ. УЗИ. Ну так иди в платную клинику. Ни о чем. А! Я прям на голову он упал. Че это было? Че? Ты видел это? Что? Ну, походу, здесь катсцена была, но мы ее с тобой оба просто уплочили. Ну так извините, у меня тут бой. Да я не говорю, я же не сказал, что ты. Я сказал оба, потому что я тоже в этот момент что-то жал. Там такое, знаешь, это выскочила такая женщина какая-то. И дальше все пошло. Найди меня. Сейчас, подожди. Давай поиграем в прятки. Ну ладно, давай сначала это. Мы доделаем. Дела. Поиграем. О, как в этом, в Left, ой, в Borderlands. Чё там? Чувак и чувак. Ох ты. А-а-а, мне всё лагает опять. У меня с вертолёт ушёл в стену. Как все плохо-то. Офигенная вода. Ты прям Иисус. Чё? Ты на себя посмотри. Так. Луна красивая. Найди меня. Найти тебя. Сейчас найдем. Сейчас только сначала. Что это такое? Слышала? Что? Вот этот смех. Не-а.
найти тебя. Ты хоть подскажи примерно, где ты. Нафиг тебе. Куда-то взобралась? Вообще. Только не говори, что я рядом бегаю. На ней. О, смотри, какое-то кольцо здесь. О, здесь можно это поиграть в баскетбол. Ну-ка, сейчас. Сейчас мы тебя высмотрим где-нибудь. Так не видишь, что прям вокруг тебя бегаю. Ты меня видишь, да, скажи? Да. Ну где это, скажи? Здесь что ли? А, точно. Ты долго соображал. А как ты? Че? Как ты понял? Да никак, я просто вперед пошел, такой смотрю, кусты. Как только я зашел вот в этот, вот сразу повернул на другой, и меня там высветилось. Тоха! Тоха! Не, они прикольные, так у них очень сильно. Смотри, здесь есть этот баскетбол. А где ты? Ха, ищи. А вот. Ну-ка, я думаю, сейчас если забью, то... Сейчас, стой. Ну, блин, чуть-чуть прям. Да что ж ты? Ну-ка, давай. Трехочковый. Да, да. Не очень. Ща, погоди, слэм. Ща, ща будет. Слэм данк! Тихо, тихо, тихо. Оп. Давай. Есть. По-моему, было, да? Нет, нет. Ну ты прям от души кидаешь мяч. Да не, сильно не надо. Сильно не надо. Подожди, стой, 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 стой. Давай. Слабо. Нет, ты слабо кидаешь. У тебя не долетает, у меня перелетает. Ну, чипа. Сейчас, сейчас, сейчас. Да ядрить ваш за ногу. Слабосилие. Я знаю, что нужно сделать. Нужно вот так просто встать. Нифига. Ты вообще читас. Я не знал. Нужно было просто взять под ней подойти и стрясти все. Я читас. Вообще фу. Че фу сразу? Тебя так же колбасит, да, сейчас? Ага. Ну ладно, пойдем тогда дальше. Там какие-то непонятные чертихи. Где? Ну вот они здесь бежали, просто пока ты спрятался, я их убил. Ох ты ж, наш. А где ты вообще? Я просто дальше пошел. Куда? Прямо. Вот от фонтана, если смотреть лицом к дворцу, стоять направо. Так, от фонтана лицом к дворцу направо. Вон, видишь, попугай полетел. Ага. Вот оттуда и я. Ловлю! А, нет, не могу ловить. Я все сломаю.
Ух ты, ё-моё. Блин, да пока выберешь оружие, вообще... Чего-то, да, здесь просто... Нафига. Да еще просто я постоянно путаюсь, в какую сторону крутить. Да, есть такое. Здесь они хотя бы эти бомбомены не такие настырные. Блин, это... вот что, он телепортируется отовсюду. Что он хотел этим сказать? Типа, идите сюда? Ну, идем. А, я не могу залезть. Как ты можешь? Можешь? Давай, 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 давай. Дай я тебя подтолкну, попробую. Тут тебя колбасит там вообще. Я думал, вот здесь ты вообще не. Вот здесь ты не пройдешь. А что делать? Прыгать. Ну-ка, погоди, сейчас попробуем. Все, стой. Опа. Опа. А просто вперед. Тихо, 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 не кричи. Тихо, 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 тихо. Тихо. О, стой, стой, стой на месте! Да блин, чё ты на месте не стоял? Да. А, слава богу, это не тратится жизнь здесь. Твой ночи не колбасит. У тебя даже, ну, точнее, тебя даже у меня колбасит. То есть такое ощущение, будто ты это постоянно мышкой влево-вправо дергаешь. Нет, я вообще, она у меня ровненько стоит. Давай. Давай, давай. А, он застрял. Ой, а как это он сам так? Почти! Ладно, не упади обратно. Ты герой! Да, молодец. Может, тебе нос просто в текстуру? Упирается. Че? Что ты? Ну что-то у него реально какой-то нос. Ладно. Мне нравится. Банан! Надо банан собрать. У меня еще два на кухне лежат. Пойдет? Бананья. Эти ракетницы так вымораживают. Все. Банан. Two more to go.
Все, четвертый банан сейчас есть. Ты что ли там пугаев пускаешь? Все, по-моему.